Всем привет, с вами Гинка, и я продолжаю играть в Dark Souls. И сейчас я бы хотел направиться в замок. Нормально. Направиться в замок, в котором я был, прибыл на корабле, но проблема в том, что там с другой стороны дверь закрыта, и мне надо попасть из другого места. Чё-то с тобой? Пипец какой-то с камерой. Так. Что с тобой, Лок? Он сам переходит, я ничего не делаю. Так, надо отсоединить и подсоединить. Извините. Какие-то технические неполадки. Нафиг. Солнце все никак не может зайти. Окей. Мне кажется, у меня игра сломалась. Неплохо закинул. Забытая крепость. И бонфара. Я поставлю знак. Копчик, пацаны. Я вступил в Covenant Souls, я нашел локации, поле жатвы или как там, после двух чуков, которые стоят внизу. Как? Не упади, не упади. Что, осколок титанита? Неплохо. Да хватит переключаться!
И все, и ничего, да? Ну, отлично просто. Все еще переключается само. Что такое? Геймпад. И быстрее, и быстрее. Неплохо, рейндж у него. Отличное, кстати, кольцо, которое повышает веру. У меня было вера что-то там 15, и оно на 5 повышает, так что, в принципе, всем советую. Фигурка отличная. Не, с ним потихонечку становится проблема. Серебряным камнем. Ладно. Серебряный ключ. Ничего бы он мог бы быть. Так. Такие есть еще ключ от тюрьмы нежити. Железный ключ. Старинный ключ. Ха! Какой замок он открывает? Отличный вопрос. Просто great. Там ничего нет. Как вообще этот чувак умер? Даже он дрался и не умер. Да. Вот я здесь был и, собственно, встретил NPC. Вославь солнце. Там трех этих убивали где-то внизу. Давайте подходить по одному. Отлично. Не, ну с локом, кстати, какая-то вообще проблема. А он вообще. С ума сходит геймпад. Минус 2. Здесь я открыл вроде к боссу. Там что-то внизу должно быть. Ладно, пойду проверю, потому что я там вроде как не был.
Во, да. Человечка фигурка, еще одна человечка фигурка. Замечательно. Нет. Просто нет. Illusion Ball здесь я нашел, да, есть такое. А, где там костер был недалеко. Так, первая дверь. Еще одна Illusion Ball. Окей. С сундуком. Сундук вроде как не кусается. Выпущит, окей. Еще одна! Нифига себе! Там. Ничего? Ну ладно. Может еще какая-нибудь стена? Еще одна! Твою мать! Ржавая монета. Клёво. Здесь нету. Здесь нету. Здесь нету. Здесь нашел. Здесь нашел. Точнее, ну да. Я не думал, я просто решил проверить. Удачненько. Вот здесь можете на нее. А, вон линию видишь прям. Ну все, ладно. Хватит столько уж. Нашел. Здесь секретная стена. Там еще секретная стена. Оп, пробежал. Да, здесь костер у меня был. Дубина. Он. А, да. Я бил бы тебя. Сердух.
Убей его! Куро! Кура! Ах ты ж. Неплохо! О! Серый дух побежден. Убей его. Ха. Убегай. А-а-а! Суки. Да, это будет тяжело. Ну, одного хотя бы убили. 10 000. Пока, твоя мать. Как только я перехожу порог, начинается твориться полная хрень. Я, пожалуй, побуду пиромансером. Ставить заклинание. Наберу это, поставлю вот это и пойду. Забрать душу успеть, забрать душу успеть. Они были на втором или на третьем? На втором. Президент Фантома Смит. Оп. Скептика. Давай, шут. Ты клёвый. Надо, кстати, себе тоже закупить. Кстати, пацанов чуть нету. Так, а чё делать-то? Пошли наверх. Главное, чтобы пацаны не успели вторгнуться. Позвонил, сучки, позвонил. Блин, сейчас если будет,
А, ладно, хер бы совсем. Что я сделал это? Смит внизу. Гоу. Вдвоем справимся, интересно. Чувак, как ты там вообще? Я не могу прицелиться. Нет, плохая идея. Буду без лока, короче, играть. Минус одна. Еще одна. Так. Садись. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Убивай его. Я пока отхиляюсь. Е. Уп. Спасибо большое. Клёво. Это приятно. Шагордого рыцаря. Ну, хрен его знает. Ща. Я посмотрю, точно ничего не пропустил. Может, здесь... Словно во сне. Вообще спотели ручки, ага. Три шесть тысяч, неплохо, неплохо. Хочу еще одну веру и буду метать огонь людей. Нужно ритуальное кольцо. Нужно. А, серебряные змеи. Южное кольцо. Как оно может быть выглядеть? А, может это? Ага, тоже неплохо, да. Вот это... Это неплохо, неплохо, ага. Много ж там собак. Давай, подходи.
Оп. Оп. Что интересует меня? Так, побежал. Че, он хиляется? На! А! Е! Смотри, чары побежден. Твою мать. Ключ от подземелий. Люди впереди. Снова в деле. А, какой ключ от подземелий? Где они могут быть? Подземелий. Клиниками. А, я понял. Угу. Сюда же только где-то оно идет у нас, значится. Вначале там, если по прямой идти, где я открыл дверь, справа. Я уверен в этом. Верхний вал. Блин, где это верхний вал? Вот, вот здесь, сюда, сюда. 38 тысяч там. Сука, колеса. Блин, раньше, когда, ну... Черт. Ну да, хотя нормально. Раньше, когда... Dark Souls первым ты находил кольца, оно, ну, кольцо хотя бы какое-то, да, оно, типа, стало очень, ну, становилось очень, очень интересным для тебя, потому что, ну, ты не знал, на что оно способно. И в итоге... Подожди. У меня был здесь... Проход. Ага, значит, все-таки есть. Туда не перепрыгну. Да. Где? Хрен его знает на самом деле. И как бы сейчас колец вон у меня уж там целый на 10 ру, на 10 пальцев еще останется. А. Да.
успокойся, тварь. Здесь что-то я находил еще. А, во, проход. Проход куда-то ввел. А, вот он ввел сюда. Ходи. Оп. Еще раз пробую. Молодец! Это я вообще отлично сделал. Нахрен такие дела. Пойду открывать ключ вниз. Нифига себе. Этого прохода я вообще не видел. Большого осколок титана нету. Отлично. 8 фляг с эстусом, это уже клево. Вот впереди. Секретная дверь. А-а. Нет, такого нету здесь. Задницу. Ну что с тобой? Вода. Я был прав. Замечательно. Что с тобой? Ну. Привет. Большой осколок титанита. Ура. Костер зажжен. Так. Мастерская Макдафа. Мастерская Макдаф. А, это сейчас. Забытая крепость, башня Луны. Это башня Луны была. Там, значит, не все так просто. Телепортировался.
они там. А молот мастер, мерцающий, да, нет. Мерцающий не нужен. Еще для Транвика тяжелый болт. И железная стрела. А, вот она что. Веди меня. Куда мы идем? Так. Да ёбан! Ну я понял, короче. Хорошо, сейчас сделаю. Я вроде нажал, кстати, вперед и кувырнуться. Не получилось. Ну вот, very bad. Ладно, пока буду пустым. Теперь еще раз. Обучение для идиотов. Оп! Не получилось, надо еще поближе. Ладно, там не умереть, потому что если я там умру и в итоге потом не смогу так же прыгнуть. А! Подожди.
Я типа проделываю этот путь, потому что я дверь открыл. Подожди. Если здесь есть. Там где-то еще был такой же. Ну, вот здесь я не был. О. Или был. Подожди. Не был, только с другой стороны вот там. Решетка. Меня шатает. Там я был. Вот как туда я должен попасть? Хрен его знает. Должен идти как-то по верхнему. А ну-ка. Чувак, ты там дергаешься? Здесь какая-то штука есть. Что написано? Дверью впереди может помочь атака. Помочь атака. А, у меня есть. Лезь быстрее. Еще раз. Оп. Кошел странника. Ну, плохо. А, ну у меня, собственно, это есть. Крайне странненько, да-да-да. Мелкие куски просто, все разносится. Что там? Там выше. А, значит, это сработал. Дверь не можете открыть? Да твою мать.
Фигня. Ах ты ж. Мать твою. Он королев такого лучника. 1-2. 1. Черт, он повернулся в самый неудачный момент. Вроде нормально. Люжнул. Костяной посох. Такс. Пусть пока да. Закатанная, я чуть не понял. Вообще, кстати, кровавых пятен как бы и нет вроде. Парный клинок. Надеюсь на это. Парирующий кинжал. Так, мне нужен бонфайр срочно. Что если... Подожди, что здесь? No bonfire? Вообще ничего нету. Шорткат. Ладно, тогда идем туда. Может здесь. А-а. Сюда давай. Скептика. Ах ты ж тварь твою. Пойду наверх. Плохо. Да твою. Где
взрывающимся. Вот так. Красивый череп. Красивый череп. Даже быстро, что она у меня есть. Да, ты можешь, да. Все, спасибо. Чё ты Неплохо. 35. Ладно, мне хоть душу могут сам, то есть мне хоть предмета. А, да. Она потом пригодится. Чё ещё? Луч, жест, жест, насмешка. А, поговорить. Предмет. О, увеличить интеллект? Нет. Увеличить продолжение действия заклинания? Заклинания? Нет. Что есть? Это все волшебство? О, вот. Синич. Нет. 25. Жизни. У меня двух нету. Где двух нету? Здесь. Здесь. Романтия. Это пойдет. Это слишком много интеллекта нужно. Нормально. Нормально. Спасибо, чувак, я пойду мажу. Короче, я пошел качаться. Спасибо, что посмотрели. На этом все. В принципе, я немного защищал этот замок, как хотел. Так что всем удачи. Всем пока.